Алло. Здравствуйте. Давно мы не делали видео о своей жизни в Германии. Сегодня я хочу рассказать немножко о посещении джоб-центра. Что это значит посетить джоб-центр, когда вас вызывает именно оператор по интеграции, по трудоустройству вашему, по занятости? Мы прожили к этому моменту в Висмаре почти 4 месяца. И вот тогда пришло приглашение посетить их. Ну, у меня к этому времени уже созрел кое-какой план, и я понесла готовое заявление, которое я сама написала от руки. Я хорошо пишу и могу это себе позволить. Ну, я думала, что мне дадут в ответ какой-то бланк, который потом я заполню, или образец, чтобы я напечатала заявление. Ну нет, она сказала, что все хорошо, и это будет документ. Заявление на денежную помощь, финансиальную Unterstützung, материальную поддержку от джоб-центра, чтобы помог мне оплатить переводы моего диплома, приложение к диплому и аттестата школьного. Именно эти документы нужно перевести здесь, чтобы сделать признание диплома, диплом Anerkennung. Ну, так как я учитель, то мой диплом будет признаваться в Kultusministerium. Это находится в Швериньи. Мы живем в земле Мекленбург-Форпоммерн, и наш главный город Шверин. И там надо будет сделать признание диплома. Я собираюсь все туда послать, просто в Kultusministerium. Ну, сначала хочу, чтобы джоб-центр выделил деньги на переводы. Ну, она, оператор, очень одобрила мою идею. Она сказала, что уже несколько лет у нее не было случая такого, чтобы кому-то нужно было признавать диплом здесь, в Висмаре. Сказала, что поэтому ей нужно посоветоваться с коллегами, опытом поделиться. Может, кто-то ей все подскажет. Потому что несколько лет назад она только такое делала, а, конечно, уже инструкции какие-то могли измениться за это время. Ну, она мне обещала написать на электронную почту или хотя бы на просто почту. Ну, пока письма никакого нет. Хотя к этому моменту прошла неделя, как я у нее была. Вот. Нет, письмо есть. Просто письмо с адресом ее электронной почты. Но пока ничего больше, никакой новой информации. Ну, а так она очень была довольна таким моим желанием. И, видимо, это все будет хорошо, надеюсь. Если только министерство тоже пойдет также навстречу. У меня диплом Минского лингвистического университета. Это вуз хороший, имеющий статус H1. То есть такие вузы признаются в первую очередь. Ну, посмотрим, что из этого получится из всего. Вот. Она обещала мне всяческую помощь. Посмотрим, посмотрим. Вот такое у меня было посещение джоб-центра. Ну, а Юля, наверное, сама расскажет о том, как она сходила в джоб-центр. И она начинает уже ходить на курсы. Осталось всего буквально 3-4 дня. И это будет новое для нее время, интеграционные курсы. Ну, спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно кому-то поможет, для кого-то будет информативным. До свидания.